9 миллиардов тенге вернут в госказну Лутауской области. Перерасход произошел из-за грубых нарушений при проведении госзакупок. На момент объявления конкурса заказчики не проводили соответствующие экспертизы. Также отсутствовали проектно-сметные документации. В ходе разбирательств к различным видам ответственности привлекли 9 должностных лиц, к административной 4. Кроме того, конкурс, где имеют право участвовать исключительно граждане с инвалидностью, был объявлен для всех. К примеру, акиматом города Сатпаев объявлен открытый конкурс на сумму 2,8 миллиардов тенге по содержанию автомобильных дорог города Сатпаев. Конкурс объявлен одним лотом, куда также входили работы по обеспечению санитарии на площадях и сферах города Сатпаев. Учитывая, что данный вид закупается непосредственно у лиц с инвалидностью, заказчик конкурса, ограничивая их доступ, незаконно объявил конкурс в общем порядке.